модульный робот Millennium Аджума Объединенные Арабские Эмираты. Ультрауниверсальный Аджума – это модульный, гибкий робот, оснащенный искусственным интеллектом, проверенными технологическими решениями и имеющий характеристики мирового уровня, предназначен для поддержки критических военных и невоенных операций. Впервые представлен на выставке AMEX-2020 в Дубае. Просто в эксплуатации, доступный и настроенный на выполнение задач конечных пользователей. Аджума может работать на пересеченной и трудной местности и достаточно мобильной как в городской, так и в сельской местности. Все модели выполнены в амфибийном варианте, способны поддерживать сухопутные и десантные подразделения. Двигатель Briggs & Stratton Vanguard Main мощностью 40 лошадиных сил обеспечивает отличную топливную экономичность и надежность в любых условиях. Машина может быть оснащена рядом вспомогательных устройств, таких как лебедки и фонари, и может поставляться в колесном или гусеничном варианте. Аджума может быть оснащен различными вариантами вооружения, которые включают в себя 1 или 2 7,62-мм пулемета, 12,7-мм тяжелый пулемет и 20-мм автоматическую пушку. Машина также может быть оснащена противотанковыми или противобункерными ракетами. Аджума может быть оснащена множеством систем обнаружения беспилотников, включая системы подавления частоты и защиты от помех, которые могут быть развернуты вдали от войск, что ограничивает риск и увеличивает дальность обнаружения. Аджума может быть оснащена различными системами, которые позволят боевым подразделениям проводить патрулирование с расчисткой маршрута, не подвергая их опасности столкновения с самодельными взрывными устройствами. Аджима, будучи оснащенным этими системами, может обеспечивать безопасное рутинное патрулирование вокруг статических позиций, таких как передовые операционные базы. Аджима может быть использована в режиме мулоснабжения и пополнения боеприпасов, в том числе обеспечение жизненно важной материально-технической поддержки путем ношения оружия, боеприпасов, продовольствия, оптического, радиооборудования и других предметов заспешившимися солдатами. Он может работать на сложной местности и выполнять нестандартную эвакуацию пострадавших,